Дело не в деньгах. Эти деньги надо еще освоить. Осваивать их будут в Америке. Как они освоят, непонятно. Но я знаю, как сегодня осваиваются деньги в России. Сегодня Россия имеет мощнейший раскрученный потенциал. Я уже западнику предупреждал по своим контактам, что вы допрыгаетесь до того, что Россия, раскрутив свой потенциал, этот экономический, военный, произведет столько оружия, что его некуда будет девать. Куда оно уйдет? Оно уйдет в страны, которым надо себя защищать. Про те, що Лукашенко знає, як на Росії освоюють бюджети, в цьому сумніву немає. Про те, чи дійсно окупанти наростили свій військовий потенціал та чим це може загрожувати Україні і світу з огляду на останні заяви ворога. Про це поговоримо сьогодні із Романом Світаном, військовим експертом, льотчиком-інструктором, полковником запасу української армії. Пане Романе, я вас вітаю. Бажаю всім здоров'я. Дякую вам, дякую, що долучилися. Багато зараз інформації, що Росія виготовляє більше зброї, ніж їй необхідно. На вашу думку, от наскільки ця інформація відповідає дійсності з огляду на те, що не так давно ворогу постачали боєприпаси з Північної Кореї? І якщо це дійсно так, то куди Росія спрямує свій надлишок? Ну, вряд ли вона куда-то, якщо буде какой-то излишек, куда-то вона буде відправляти. Діло в тому, що склади росіян пусті, і боєприпасів, і техніки буквально через год у них нулі на складах будуть. Вони зараз піднімають стару техніку, ставлять на бойове дежурство. Тобто, це немножко, ну, не совсем соответствует действительности. Это если остановить боевые действия, если заморозить конфликт и войну, заморозить, тогда да, тогда у россиян будут действительно излишки, они их будут складировать и тут же продавать. Потому в этом смысле Лукашенко прав. То есть он предупреждает, просто не говорит полностью, предупреждает о том, что если заморозить, то россияне смогут работать на внешний рынок, но, естественно, восстановят свой потенциал не быстро, года за 3-5 они смогут восстановиться где-то до уровня тех позиций, которые у них были до 22 года. Может быть, какие-то новые модификации в некоторого вооружения могут произвести, но, опять же, без элементной базы зарубежной они ничего нового не произведут. Если будут производить старое советское оборудование, не более того. Потому что здесь больше бравада лукашенковская, но тем не менее механизм именно заморозки для того, чтобы создать запасы для дальнейшего движения, однозначно есть. И причем движение это будет конкретно в Европу. Первые под удар могут попасть страны Балтии как раз рядом с Лукашенко. То есть это же как раз весь смысл у Лукашенко, почему он такого рода информацию подает. Опять же, заход, допустим, в ту же Литву возможен только через Беларусь. И Лукашенко понимает, что уже раз попал под большую проблему по заходу россиян через Беларусь в Украину, погибли тысячи людей, зверские убийства были. А это Лукашенко полностью в этом участвовал. То есть по локоть в крови у него руки. Он прекрасно понимает, что такая же самая операция может быть проведена со стороны Беларуси российскими войсками уже в страны Балтии, потому, мягко так скажем, мандражирует на камеру. От, власне, Лукашенко заговорив про те, що, до прикладу, вони збили кілька безпілотників, які нібито залетіли з боку Литви. Це буквально ось нещодавня заява. І нині знову інформація від російських пропагандистів, що той самий Лукашенко повідомляє, нібито білоруська опозиція планує захопити Кобринський район і звернутися до НАТО з приводу введення військ. От як ці заяви можна розцінювати? Ну, этот район, во-первых, он от польской границы за Брестом, то есть это восточнее Бреста, это севернее нашего Ковеля, то есть, вернее, севернее Ковеля. Получается, это не центр Беларуси, ну, по крайней мере, далеко от Польши, это граница с Украиной. Такие действия без украинского правительства, без украинской армии, ну, невозможно однозначно, хотя, исходя из задач, допустим, белорусских батальонов, они у нас есть, полка Калиновского в том числе,
они могут ставить себе определенные задачи на территории Республики Беларусь. Может быть, и такого уровня, о чем говорит тот же Лукашенко. То есть, по большому счету, но только здесь, причем здесь страны НАТО. Это с украинской территории могут зайти и выполнять задачу освобождения Беларуси. Здесь НАТО ни при чем. Украинские войска точно заходить не будут на территорию Беларуси. Помогать, да, действительно можем помогать, как помогали тем же ребятам из освободительных армий Российской Федерации, вернее, из республик, с которых соткана Российская Федерация. Также можем и помогать, но заходить однозначно не будем, и натовских войск там не будет. Если и будут на территории Беларуси, еще раз повторюсь, это только белорусы того же полка Калиновского или каких-то батальонов Беларуси. Ви знаєте, от ми з вами зараз заговорили за європейські країни, і в деяких європейських країнах чоловіків позбавили можливості зараз користуватися консульськими послугами українських чоловіків, які виїхали призовного віку. Це як механізм, на вашу думку, відновлення справедливості, чи все ж мова йде про те, аби українські чоловіки повернулися в Україну? І от що робити? Бо ж нині таке відповідне розпорядження, під нього підпадають власне, і ті, хто виїхав і до повномасштабного вторгнення. Які, на вашу думку, все ж таки мотиви переслідує українське МЗС в цьому випадку? Що і діти, які спаслися з-під бомбіжок з окупованої території через Росію, через Грузію, через Турцію, через Монголію, Китай, Казахстан і так далі, тому подобне, які зараз дітки, яким було по 15-16 років, в 22-м году государство Украина, это власть, которая сейчас, она их бросила на оккупированной территории. Они прошли бомбежки, они просидели месяцами в подвалах под ударами российских войск. Потом прошли концентрационные лагеря, фильтрацию так называемую. Потом проехали по пол России, где-нибудь, даже если не всю Россию, допустим, где-нибудь там, в тот же Китай через Казахстан или в Казахстан, или в Грузию, или в Монголию. Вот представьте сейчас ребенок, которому было 15 лет в 22-м году, или там 16 лет, ему сейчас 18, ему получать паспорт, он где-нибудь в Улан-Удэ. Заказал в Улан-Баторе, вернее, где-нибудь, где-то там. Заказал себе паспорт, и на данный момент он его не получит. Ему запретили это делать, и он может получить и стать гражданином Украины только когда прилетит в Киев. 10 тысяч километров. За какой счет он туда прилетит, и где он будет жить в Киеве, пока будет получать паспорт, если он с Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и так далее, и тому подобное, с оккупированных территорий. И таких тысячи человек. То есть государство, которое так относится к своим гражданам, будущим гражданам, детям войны, если можно так сказать, но оно подлежит, мягко скажем так, обструкции. Только не государство, а власть. Это. Я думаю, сейчас дойдет до этих придумавших такого рода действия руководителей, что он не мягко, скажем так, не с украинской территории, это не украинская власть. Это люди, которые так думали, то есть выполнили такие действия, они никакого отношения к Украине не имеют. Украинец никогда в жизни не придумал такого действия, чтобы лишить консульских услуг украинцев, где бы то они ни были, тем более очень много именно из оккупированных территорий, которые не могут попасть в Украину. А если им не дать этой возможности, они никогда уже в нее не попадут. А станут монголами, получат какие-то серые паспорта, станут беженцами и так далее и тому подобное. Это называется в чистом виде геноцид этой власти, которая сейчас украинского народа. Попытка выдавить и никогда больше не вернуть обратно наших людей. Потому следующая власть, я думаю, эту ошибку решит, но мы уже очень многих, сотен тысяч человек не досчитаемся, потому что они станут гражданами других государств. И самое интересное, как раз это не решит основной проблемы. Проблема сейчас не в том, что кто-то куда-то уехал или кто-то где-то остался. Проблема в том, что нам не хватает профессиональных военных. Нам срочно надо заменять
ребят, которые уже третий год воюют в масштабной войне, некоторые десятый год 2014 года воюют. То есть надо менять, особенно отпускать, то есть демобилизовать принудительно мобилизованных. А для этого есть единственный способ, другого варианта просто нет в Украине, это поставить в строй силовиков, правоохранителей, их около полумиллиона сейчас человек есть. Они могут быть в Украине, они могут быть и за кордоном, в том числе возвращайте их в Украину, вопросов нет, потому что они получают денежное содержание, пенсии и так далее и тому подобное. Возвращайте, ставьте строй, но это госслужащие. Это так называемый израильский вариант. Это очень правильное и грамотное решение было бы, если бы оно было направлено именно на вот этот срез на население. То есть на силовиков, на госслужащих. И именно они усилят вооруженные силы Украины, потому что ставить строй надо именно в ВСУ, то есть их надо заводить в вооруженные силы Украины, чем быстрее, тем лучше. Пока власть этого не делает, она все равно вынуждена это будет сделать через определенное время. А только набьет шишек, разгонит людей, потеряет Украину, украинцев, освободятся под кого-то территории. Вопрос, под кого? Под кого вы освобождаете украинские территории, выгоняя украинцев из Украины? Большой вопрос к этой войне. Ви знаєте, в той же час наші партнери, зокрема Литва, заявила про те, що вона готова повернути в Україну військовозобов'язаних чоловіків. Раніше про таку ініціативу заявила також і Польща. От як ви розцінюєте такі заяви наших партнерів? Без рішення Євросоюзу вони нічого цього зробити не будуть. Це більше, мабуть, інформаційний поток, не більше того. Евросоюз не позволит своим странам превышать определенные полномочия, допустим, особенно которые касаются прав человека. Здесь есть моменты, связанные с именно такими декларациями по правам, и вряд ли и Польша, и Литва, и кто бы то ни было, их, так сказать, приступит. Не будет этого однозначно, тем более там часть европейских стран, ну не говоря уже, допустим, о той же Турции, Грузии, Монголии, Казахстане, ну то есть наши особенно уехавшие, вернее, у которых получилось выехать с оккупированных территорий, наши люди-то в основном как раз на востоке, на юге, а не на западе. Потому вряд ли это получится кого-то куда-то выдавать, никто этого делать не будет. Однозначно, тем более, куда выдавать? В Украине с 18 мая включится механизм такого же серьезного концлагеря. Никто в концлагерь людей выдавать не будет однозначно, потому это больше такой информационный поток. Зараз ми бачимо, що черги з'явилися під територіальними центрами комплектування. Зокрема, про це написали і в себе в телеграмі Генштаб Збройних сил України, про те, що дійсно є черги, і там потрібно, яким чином вирішуються питання оновлення ось цієї інформації про себе, що не потрібно там стояти в чергах, що центри комплектування працюють, в принципі, цілодобово. На вашу думку, черги знову з'явилися перед ТЦК у зв'язку з тим, що українці зрозуміли, що дійсно потрібно захищати, потрібно йти, потрібно зараз це робити? Чи у зв'язку з чим з'явилися ці черги? Ну, скорее всего, это связано с некоторыми механизмами, прописанными в новом законе. Еще раз повторюсь, это в чистом виде такой коррупционно-концентрационный закон, который не учитывает права человека, который идет вразрез Конституции и не выполняет основной задачи. Это, так сказать, можно оставить эти вопросы на правоведов. А основная задача, я как военный, я вижу, что не решается задача в замены наших ребят на линии фронта, не решается задача восстановления численности вооруженных сил Украины, она не решится. То есть эти очереди, они не попадут в армию. Это очереди, может быть, на какие-то механизмы, связанные с ТЦК, то есть обновление или еще что-то, но это не очередь в вооруженные силы. Вооруженные силы люди будут попадать только через рекрутинговые центры, которые будут открыты непосредственно в бригадах. Это один механизм, но он длительный, так как власть этим не занималась в последнее время.
этими механизмами. Всего лишь несколько бригад имеют рекрутинговые центры, которые зарекомендовали себя довольно-таки неплохо. Ну и бригады довольно-таки серьезные. Тот же Кракен, та же, допустим, Тройка 92-я. То есть DaVinci есть эти механизмы запущены, но мало. А основная задача построения профессиональной армии сейчас на данный момент и вообще ротационных моментов возможно только при постановке в строй силовиков, которые уже прошли годы, десятилетия, прошли подготовку. Это в основном правоохранители. То есть это наши правоохранительные органы, это есть несколько механизмов, как это все сделать, связанных со спецучетом, с бронью, ну и так далее и тому подобное. Этим надо заниматься. И тогда у нас армия, по крайней мере, возродится и станет именно профессиональной. Она может воевать. Нам большой армии не надо. 400 тысяч человек будет достаточно, чтобы выполнять боевые задачи. Но это должно быть 400 тысяч профессионалов, а не люди, которые собраны с улиц, неважно как, из-под палки. С какими-то механизмами, ермом, которых притянут в армию, и они там будут бесполезны. Это чемодан без ручки. И выбросить жалко, и нести тяжело. И их надо будет куда-то пристраивать, куда-то убирать. То есть, по большому счету, воевать они однозначно не будут. Воевать может 1% от населения, не более того. Вот этот 1% надо поставить в строй, а механизм может быть только один. То есть, достаточная мотивация. В основном сейчас финансовая, то есть вот некоторые механизмы, которые были приняты, довольно-таки неплохие, вот до 200 тысяч практически гривен в месяц сейчас могут получать наши военнослужащие, хотя этот еще механизм полностью не запущен, но, по крайней мере, направление правильное. Мотивация финансовая, естественно, привлечет людей, и профпригодность, это очень важно. Почему я говорю, что это должны быть силовики, которые уже знают, что такое служба. Если люди не знают, что такое служба, их надо еще строем учить ходить год как минимум. Вот это так я образно сейчас говорю, но чисто для понимания локтя товарища. А если этого нет, то гражданские люди никакого положительного эффекта в армии не создадут. Наоборот, еще будут отрицательный эффект, так как придется с ними возиться, а толку от них будет мало. Это прекрасно знают комбриги, прекрасно знают инструктора, которые переучивают потом или пытаются переучить тех военнослужащих, которых просто с улицы собирают через ТЦК и пытаются из них сделать военных. Ну нельзя, не впихуйте невпихуемое. Военным родиться надо, просто потом надо его найти, этого генетического воина, и дать ему профессиональное образование. Все остальное не работает. Или работает как раз в минус. Минус довольно-таки серьезный. Эти люди либо погибают, причем подставляя под погибель еще и рядом стоящих профессионалов, в том числе, либо они попадают в плен вместе с, допустим, вооружением тем же, то есть с оружием, которого так не хватает, либо становятся СЗЧ, самовольно залысившими частину, то есть дезертирами, по большому счету, которые не могут выполнять боевые задачи, и потом с ними возятся по всей Украине, за ними бегают те правоохранители, которые могли бы стать в строй. И вот мы их увидим с 18 мая, потому что запускается этот закон, вот эти правоохранители, силовики, которые могли бы увеличить боевой потенциал наших вооруженных сил, если бы они попали именно туда, они будут с папочками болтаться по Украине, пытаться как раз собрать с улиц, собрать людей, которые воевать-то как раз не могут. Потому не по правильному пути пошло наше правительство, наша власть, так как не решит вопрос именно наполнения личным составом, профессиональным составом вооруженных сил Украины, не создаст профессиональную армию. Но еще время есть, можно эти все вопросы решить. Еще раз повторюсь, в строй надо поставить вооруженные силы, надо поставить силовиков, госслужащих, силовиков, правоохранителей, которые могут это делать. У нас их около 500 000 человек, как минимум. Достаточно даже треть будет для того, чтобы запустить ротационную машину. Пане Романе, ну а от на місце цих людей в такому випадку, я маю на увазі правоохоронців, кого поставити? Ну, я сказал, треть хватит запустить. У нас около 500 000 силовиков, 500 000 сейчас есть.
и треть, 150 тысяч, зайти в вооруженные силы, начать ротацию. В принципе, этого будет достаточно. Да даже до половины. У нас половина Украины выехала. Зачем нам столько? А силовиков, как было, столько и есть. Их надо просто начать запускать в вооруженные силы Украины на 2-3 года, принимать обратно в силовые структуры, в правоохранительные структуры, только после службы в вооруженных силах Украины. Так это работает. Вернее, так только это и работает. Больше нигде по-другому не работает. Это израильский вариант, так называемый, самый оптимальный вариант, когда в исполнительную власть, когда в правоохранительные органы берут людей, которые служили в вооруженных силах, и потом станут в строй, как только это понадобится. Вот сейчас это понадобилось, потому можно этот вопрос запустить, и это очень быстро. Допустим, любого правоохранителя, который десятки лет обращается с оружием только внутри страны, его ж долго-то учить не надо. Ему действительно будет достаточно, допустим, одного месяца переподготовки. Вот ему будет достаточно месяца переподготовки для того, чтобы он уже в вооруженных силах Украины выполнял боевую задачу. И лучше даже иногда, чем те, которые военнослужащие, которые пришли недавно в ВСУ. Почему? Потому что он десятки лет он этим занимался. Была у меня такая возможность в этом убедиться. В 2014-2015 годах создавались партизанские отряды, часть как раз третья половина была именно из бывших милиционеров, которые как раз учили даже тех военнослужащих, которые заходили. Мы потом из партизан их переводили в МВД, в батальоны МВДшные, а потом они все уже и сейчас служат в вооруженных силах Украины, уже некоторые до капитанов, до майоров дослужились, именно офицерские звания настоящие, не милицейские, именно офицер, не спецзвания в милиции, а именно офицерские звания. То есть это как раз это очень хороший потенциал, который у нас есть, и он сейчас может только решить вопрос по личному составу в вооруженных силах Украины. Все остальное это непонятно для чего. А механизмы, связанные с там, лишением консульских услуг или там, консульских каких-то механизмов, это создает, во-первых, изначально стартово сразу создает концлагерный механизм внутри страны, раз, и второе, слишком плохо смотрится на международной арене. Сейчас мы получим обратную реакцию на это решение и Министерство иностранных дел, не Кулебы, зам у него там, ему недавно прислали из канцелярии зама. Это он, по-моему, все эти законы или распоряжения писал. Ну а потом Шмыгаль успел на себя перетянуть, запретить вообще выдачу паспортов. Я еще раз повторюсь, как можно было придумать такую, в голову могло прийти мариупольчанину, какому-то ребенку или там тому же с Мелитополя, с Бердянска, детям, которые сейчас где-то находятся за рубежом, отказать в получении украинского паспорта. Ну вот кому это могло в голову прийти? Только Шмыгалю, наверное. Ну ладно, это сейчас посмотрим, как они будут с этой ситуацией выруливать. Пане Роман, Deep State відзначає, що за прорив оборони, власне, в очеретиному, прорив оборони Збройних сил України, має на увазі, в очеретиному відповідальне саме керівництво 115-ї окремої механізованої бригади. Як ви оцінюєте ось такі прямі факти, без прізвищ, звісно, що, але досить прямо говорить Deep State, бо ж військові, зокрема, до прикладу, і Кирило Сазонов відзначає, що немає простої відповіді та когось одного винуватого в цій ситуації. От ви, як військовий, як оцінюєте цю ситуацію? Ну, дело в том, что при такого рода действиях проводится экспертиза. Экспертиза должна проводиться военными, военной юстицией, которой у нас нет. Вот у нас же, по-моему, в 15 или 16 году Порошенко в то время просто поставил крест на военной юстиции. Прокуроров у нас нет военных, ну то есть тогда была разбита эта вся система. А в свое время, еще лет 20 назад, может быть, даже больше, была разрушена там и судебные определенные механизмы военные, ну и так далее и тому подобное. То есть никто к войне не готовился, даже с этой точки зрения. Потому дать экспертную оценку, а реальную экспертную оценку дать сложившейся ситуации могут только
специалисты, которые разбираются как раз в определенных механизмах, военных механизмах, оценивают обстановку, которые могут оценить обстановку. То есть это следователи военной юстиции, неважно по каким направлениям, которых у нас просто на данный момент нет. И без, так сказать, без проведения следствия, без решения суда, как кого-то обвинять, ну уж точно нельзя. Ну, нельзя ни в коем случае, потому что не знаем мы какой-то, то есть той обстановки, которая была на данный момент. Исходя из общей обстановки, можно одно сказать. Любые наши сейчас неудачи, которые только есть на линии фронта, практически все, это за счет недостачи боеприпасов, за счет недостачи профессиональной армии, то есть профессионалов в вооруженных силах, за счет уже третьего года без ротации, усталости наших солдат, о чем я и говорю, что надо сейчас менять, и чем быстрее, тем лучше. Только силовики могут успеть заменить наших солдат для того, чтобы не провисали. Ну, боеприпасы, само собой, плюс сложилась большая, то есть наложилась проблема смены команды управления. Какая бы ни была, даже в 1000 раз лучшая команда, которая зашла после смены команды, есть определенный лаг по времени, месяцы иногда, пока новая команда перехватывает управление и выстраивает вертикаль, которую под себя, как минимум, которая хорошо работает. Поэтому здесь такая накладка нескольких отрицательных механизмов, иногда даже механизмов, то есть обстоятельств непреодолимой силы. Недостаток боеприпасов, мы их с четвертого измерения не возьмем, только сейчас начинают подходить. Поэтому вот эти все обстоятельства учитываются следователями, учитываются, должны, вернее, опять же, учитываются. Это должны учитываться следователями военной юстиции, которые разбираются в военных процессах. После этого можно только говорить, там 115-я виновата или еще кто-то виноват. То есть здесь прямого ответа быть не может, на данный момент, по крайней мере. Знаєте, далі хотілося б поговорити про допомогу, яку нам надіслали Сполучені Штати, зокрема про Атакамси. В росіян зараз явно підгорає, вони з'ясовують, куди може поцілити Атакамс дальнього радіусу дії. Чи дійсно от зараз є політична воля вже наших партнерів на удар по території Росії, як ви думаєте? І якщо все ж таки немає якихось там кулуарних домовленостей з цього приводу, то чи буде така? Ну, на данный момент несколько такой информации прямой нет по разрешению. То есть, наоборот, несколько раз наше военно-политическое руководство как раз подтверждало нашу готовность следовать пожеланиям наших партнеров при передаче этих средств поражения и не бить по российской территории. Потому вряд ли на данный момент это возможно, хотя мы знаем прекрасно, что тот же «Патриот» в прошлом году положил 5 бортов в Брянской области над Клинцами. Тогда Су-34, Су-35 и 3 Ми-8 отминусовал этот зенитно-ракетный комплекс россиян и довольно-таки успешно. Потому, может быть, не будет таких открытых, по крайней мере, открытого разрешения, а будут какие-то механизмы, связанные с просто работой, без подтверждения. И вот это возможно. Скорее всего, так оно и будет. Вот это возможно. Но, опять же, если это будут ракеты большой дальности, допустим, те же 300-километровые «Атакамс», они будут доставать практически все 5 российских областей, которые граничат с Украиной. Это если с севера на юг, это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская. И это как раз 300-километровую зону, а именно там расположены большинство аэродромов тактического уровня, большинство баз российских, которые используются россиянами для переброски сил, средств на поле боя, то есть на театр военных действий. И для нас это очень важно работать. Потому я думаю, наши партнеры, понимая, что без переноса боевых действий или поражения, как минимум, без захода вооруженных сил на российскую территорию, но используя средства поражения по российской территории, без этого мы просто не выиграем войну, мы не удержим Россию. Для этого и делаются, вернее, производятся в основном ракеты 500-километровой дальности. Почему? Потому что врага надо контролировать на 1500-километровой дальности, всю логистику вражескую. Почему, допустим, те же американцы сейчас ракеты PRSM
500-километровые баллистические ставят на замену ракетам «Атакам» с 300-километровым, потому что именно 500 километров надо контролировать на территорию противника, по логистическим механизмам. Я думаю, дадут нам разрешение, просто оно не будет как официальное, или, по крайней мере, опровержения не будет официального по этому разрешению. Пане Романе, дуже дякую вам за нашу з вами розмову. Роман Світан, військовий експерт, літчик-інструктор, полковник запасу української армії, був гостем цього стріму. Дякую. До свидання.